Всем большой привет! Я рада видеть вас у себя на канале. Сегодня хочу сделать макияж. Частично по запросу, частично просто хочу немножко покреативить. Я решила, что я теперь буду делать не рубрику по запросу макияж, да, а буду делать макияж, который мне хочется, но при этом озвучивать в названии видео, что был запрос как бы на такой макияж от такой-то подписчицы, от такой-то девушки. Сегодня хочу сделать немножко необычный макияж, посочетать для меня немножко не очень сочетаемые оттенки. Хочу посмотреть, как же они у меня в итоге получатся на глазах. Всем тем, кому интересно, что у меня получится в итоге, какой макияж, я приглашаю вас к просмотру. Наливайте чаёк, кофеёк, потому что, как всегда, у меня будет видео с вами долгим. У меня, как всегда, передо мной будет эскиз, такая картиночка, по которой я уже буду ориентироваться, так скажем. И начну я с вот такого вот оттеночка. И буду заносить его в складку века. Так. Мне взять кисточку. Возьму вот эту, наверное, кисточку. Вот эту и вот эту. Я немножко подальше вас поставлю, потому что мне чутка неудобно. Надеюсь, вам меня будет хорошо видно. Так, немножечко вот так подвину. Я начну с нижнего и буду уходить вверх этим оттеночком. Мне сейчас в последнее время, так как у нас приближается все-таки уже такая достаточно теплая погода, то есть достаточно теплый месяц года, мне хочется чего-то яркого, креативного, необычного. У кого также, напишите мне в комментариях. Потому что правда, вот прям хочется чего-то такого прям необычного. Яркого. Единственное, этот глазик у меня немножко слезится, но я надеюсь, что макияж в итоге у меня получится. Так, дальше я хочу взять, наверное, вот такую кисточку я возьму.
и буду этот же оттенок набивать. Набираю этот оттенок на кисточку. И буду вот так вот набивать этот оттенок. Дальше кисточкой, таким бочоночком, вот таким, вот, я буду углублять немножко оттеночек. Так, и теперь я буду растушевывать границы и хочу увести все это дело к виску. Я буду, наверное, работать вот такой вот кисточкой. И я, наверное, буду растушевывать вот таким вот оттеночком, более сиреневым. У Зариши на канале... Зариш, большой тебе привет! Увидела обзор на одну палетку. Она недавно делала... от L'Oréal. Я видела эту коллекцию на сайте Wildberries. Конечно, мне оттенки безумно приглянулись, что тут говорить. Шикарные оттенки, конечно, шикарная лимитка, но цена на нее, конечно, просто какая-то супер завышенная. Я сейчас жду хороших скидок, если они будут, то я себе эту палеточку обязательно приобрету, потому что там именно мои оттеночки. Там именно моя гамма оттенков. И
Мне безумно понравилась эта палетка. Да, в ней есть свои некие минусы. Про эти минусы Зариша говорила у себя на канале. Про эту, ну, об этой палетке. Говорила, что эта палетка имеет аромат, что эта палетка, что блестки в оттенках могут осыпаться, но, наверное, я бы ей тоже это простила. Во-первых, и палетка по оформлению просто невероятно бомбезная, конечно, что тут говорить. Вот, и, в общем, конечно, здоровская лимитка нас L'Oréal не так балует какими-то классными, здоровскими продуктами, но вот эта палетка, прям она меня зацепила. И оформление шикарное, и внутренняя составляющая, то есть гамма оттенков, она просто потрясающая. Но единственное для меня, эта цена очень-очень смущает, потому что... Ну, кусается, конечно, цена. Почти 2000 за палетку, для меня это сильно-сильно дорого. И я, конечно, буду ждать скидок. И если у меня получится дождаться этой скидки, я обязательно ее себе прикуплю. Правда, я не знаю, насколько я смогу ее дождаться, просто как бы это палетка-лимитка. Вот. Но я буду очень надеяться, что палеточка меня дождется. Глазик слезится, и вот здесь может быть пропляшено, но я надеюсь, что я смогу сейчас справиться с этой задачей. Просто мне очень понравился макияж, и я хочу его попытаться воспроизвести. Я хочу немножко вытянуть хвостик.
девочки, слышите шум на заднем плане? У меня муж приехал с работы, у меня ребенок дома. Приболели немножко. Погода, конечно. Нифига не радует. Пока это все получается как-то вот так, но мы сейчас это будем растушевывать. Под бровь я хочу нанести вот такой золотистый оттеночек. Буду растушевывать этим оттеночком под бровью и заодно немножко подчищу границы нашего с вами оттенка. Так что благодаря Заришке я поняла, что я хочу эту палетку от L'Oréal, которую я имела в виду. Но пока цена такая кусачая, то есть мне она пока не по карману. Но я надеюсь, что на нее будут хорошие скидки, и я смогу ее себе приобрести. Вот, так что, девочки, у кого есть возможность купить эту палетку, я думаю, она стоит, чтобы ее прикупить. Во-первых, очень приятный дизайн, такой розово-персиковый, такой приятный, красивое оформление. Вот, ну и сами оттенки тоже, но опять же таки, кому-то такие оттенки идут, кому-то нет. Здесь уже смотреть исключительно вам. Насколько вам нужна такая цветовая гамма? Подходит ли она под ваш цвет глаз? А вот. Поэтому, как говорится, смотрите сами. Дальше. А дальше по я буду затемнять этот оттенок. Сейчас я скажу, каким цветом. Вот таким. Поверх вот этого пройдусь оттеночком. Запись идет, я просто думала, что записи нету.
Ну, пока это все получается, скажем, такое себе. И теперь я хочу взять консилер. И на консилер уже, ну, типа такой, как бы, каткриз буду делать, да. Я уже как-то делала каткриз, мне понравилось, как работает на каткризе все это дело. Если я что-нибудь не уроню, не сломаю и не разобью. У меня это Fitme в данном случае. Буду наносить этот каткриз. Всегда думала, что с каткризом очень тяжело, тут нужно ровную, грамотную, правильную форму вывести. Я бы, в принципе, не делала каткриз, просто здесь нужен оттенок такой. Он у меня есть, но без каткриза он не раскроется так, как нужно мне, чтобы этот оттенок раскрылся. Так, сделала я такой некий каткриз, и теперь буду уже работать с основными акцентными оттенками. А здесь мне нужен такой, знаете, розоватый, персиковатый какой-то оттенок вообще по-хорошему.
Я, наверное, сюда добавлю вот такого вот оттенка сначала. Будем мудрить, короче говоря. Так, еще бы мне... Ой. Умудриться все положить как надо. Мне главное теперь ничего не запороть, потому что я же могу запороть весь макияж на самом деле. Я, конечно, буду стараться этого не сделать. Поднимаю немножко этот оттенок и теперь на стык вот этого красного и такого бордового оттеночка я хочу нанести вот такой вот рыженький. Я просто люблю сочетать немножко несочетаемое, поэтому для меня это приемлемо, как вы можете понять. Просьбу на сиреневый макияж мне оставляла еще моя подписчица Настя, она хотела увидеть макияж в сиреневых тонах. И, по-моему, она же и другие девочки меня попросили сделать макияж в зеленых оттенках. Я, девочки, буду делать по мере... возможности все макияжи, потому что поступает запросов на самом деле много, и просто успеть все, то есть сделать все макияжи для меня, ну, не очень реально.
То есть я не совсем успеваю. Мне сегодня нужно будет отснять косметичку. На днях я постараюсь отснять Project Pen. Вот, в общем, буду стараться выполнять ваши запросы по мере. Возможности, что ли? Наверное, скажу так. И я хочу вот немножечко, вот здесь оттенок чуть-чуть не приглушить, а немножко высветлить его. Я пока не понимаю, что у меня получается, нравится ли мне вообще такая задумка макияжа. Так, и... Свою я немножко, наверное, бордового такого оттеночка с коричневым смешаю и вот здесь вот добавлю. Я пока не совсем понимаю, что у меня получается. Так, ну я не скажу пока, что мне как-то сильно нравится. Мам, но... можно мне помолчать? Денис, а я что-то видео снимаю. Оставь меня, я молчать не сложно ничего сказать. Дальше я буду наносить на все оставшееся веко вот такой желтый оттенок. Денис, не злись, пожалуйста, я вообще-то видео снимаю, сынок. Оставь себе видео снимать. Но сегодня слышал. Но сейчас слушаю на планшета. Да, такое необычное яркое сочетание. На самом деле. Я тебя сейчас... Денис, тихо, я видео снимаю. Да сам тихо! Тебе рот тебе на замок.
Ребятенок у меня дома. Вот так вот. Пока это все как-то несуразненько получается. Надеюсь, я потом за кадром это смогу исправить. Все. Какие я сколола? Мне, честно, захотелось чего-то такого необычного, яркого. И этот же желтый оттенок я буду заносить немножко в складочку века. Я, наверное, все-таки сюда добавлю вот этого персикового оттенка. Чуть больше. Так, ну что, будем делать быструю кунту, потому что макияж очень сильно затянулся. Мне уже нужно бежать в магазин. Так что давайте быстренько сейчас с вами сделаем кунту. И потом я расскажу, что куда я наносила. Вот этот глаз мне не нравится, как у меня получился. Правый глаз мне нравится больше, как получается на самом деле.
Нежели чем левый. У меня обычно левый лучше получается, чем правый. Здесь у меня прям очень широко получилось. Конечно, в этот макияж хорошо бы подводку, стрелочку и накладные реснички, но я сейчас с этим заморачиваться просто не буду, у меня нет на это времени. В принципе, ту задачу, которую я перед собой поставила в плане макияжа, я ее выполнила, но единственное, меня немножко формы не устраивает. Буду работать над формой, учиться делать форму. Не получается у меня. Пока что та идеальная форма, которая мне нужна. Так, быстро наношу бронзер. Правый глаз мне прям очень нравится, а левый как-то... Подкачала сегодня. Прям ускоряться надо. Так, румян я сюда хочу нежный, нейтральный, из разряда вот такого. Конечно, макияж красивый получается, я ничего не скажу, но немножко усовершенствовать форму макияжа и будет все прям как доктор прописал на самом деле. Я добавлю сиреневого хайлайтера. Так, сейчас я...
я чуть-чуть. Приглушу. В общем, никак я тут не докрашусь. Уже, по идее, быстрее бы надо, а я все никак не раздражусь макияжем. Я еще поздно села снимать макияж. Быстренько доделаю за кадром и к вам вернусь. Ну что, вот такой у меня получился итог. Надеюсь, вам все было видно. На нижнее веко я нанесла голубенький оттенок и растушевала сиреневым. А на губах у меня блеск от марки La Mer, серии Prisma в оттенке 402 Pink. В общем, вот такой макияж у меня получился. Все, девочки, на это все. Убегаю. Всем приятного вечера. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите комментарии, нравится, не нравится. Оставляйте свои запросики. С большим удовольствием буду выполнять. Ну, а я с вами буду прощаться. Всем пока-пока.